Подожди, проблема. Чуть ногу себе не сломал. Ну здорово! Здорово! Вот и первая серия из Новосибирска после моего возвращения. Старый добрый фон, который мы с вами не видели целых 3 месяца. И та самая рубрика, которую мы с вами также ждали уже очень-очень-очень давно. Вы готовы, дети? Не слышу. Готовы, дети, или нет? Мать! Заходи! Здравствуйте. 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 Третий. Третий сезон Нубика. Это не так. Вы ждали, вы просили, вы комментировали каждый мой ролик и писали: Едисон, где Катеридзе? Вот Катеридзе, вот я, а вот третий сезон Нубика. И в этом сезоне мы с Катей сделаем прям настолько уже огромнейшего профессионала, то, что вы себе даже не представляете. Катя будет просто в Скайварсе всех тащить закрытыми глазами. Просто будет в билдбатле выигрывать каждую постройку закрытыми глазами. Понимаешь, что такое Скайварс и билдбатл? Естественно, нет! Моя задача, не ваша задача, обучить вот этого нубасосика. Я все помню. Она... Ты все помнишь? Конечно. Ты все помнишь? Смотри. Хорошо, я тебе уже тут первое испытание подготовил. Короче, что тебе нужно сделать? В каждом сундуке находится тот инструмент, который ты должна выбрать для того, чтобы сломать определенный блок. Здесь у нас шерсть. Выбирай. Выбирай в сундуке. Заходи в сундук. Какой? Вот в этот, который сундук. Под блоком шерсти. О. Вот, чтобы сломать блок шерсти, что нужно выбрать? Знает она. Ножницы. Ля! Ну молодец! Ну давай ломай, ломай, хорошо, ломай. Ломать нужно зажать. Дальше у нас блок вот это, земли. Так, земля, лопата. Лопата, логично. Ломается левой кнопкой, не правой. Правое взаимодействие. Я помню. Ты ничего не помнишь. Дальше у нас дерево. Дерево, естественно, сломается золотым мечом. Вот. Выбирай меч. Первый выбирай. Топором. Так просто. Ну чё? Все же, Катя, уже... Да хватит скриншоты делать! Зачем ты скриншоты делаешь? Ты просто берешь и ломаешь! Не делай скриншоты! Она уже не знает, какой раз на эту чертову кнопку нажимать. Зачем мне скриншоты делаешь? Так, все. Дальше у нас. Да чем ты? Почему ты топором... Катя, не топором ломается каменный блок. Выбери нужный предмет. Да, спички выбирай. Почему ты топором дальше ломаешь? Выбери. И последний блок. Он не ломается. Кать. Ты бы друг? Понимаешь, что вышла новая версия Майнкрафта. Спичка, нужно, да, взять и нужно поджечь этот блок, тогда он сломается. Да не ломать, а поджечь его нужно. Да сверху его поджечь нужно. Сверху, справа. 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 Серьезно, я угадала спичками? Да, спичками его нужно уничтожить. Как, это правда работает? Да, вот сейчас нужно ждать, пока он сгорит. Сигарет. Надо выкинуть сигарету. А, ну если ты потушишь, так он вообще как бы не сгорит. Он, короче, не ломается. Да ломается. Ребят, ну вон это. Он она, не ломается. Она не верит. Напиши в комментах, что бедрок ломается. Напиши, что не ломается. Ломается. Кого больше будет? Кто ломается или кто? Конечно, ломается, потому что бедрок ломается. Нет. Просто нужно знать способ, как его сломать. Хорошо, подожди. Ёшкина матрёшка. Мы забыли самое главное. Что это третий сезон, первая серия, а как бы мы даже не знаем, будет ли выходить вторая серия. А что нужно сделать, чтобы вышла вторая серия? Я не помню, что в таких случаях нужно делать. Подписаться на канал, мать. В первую очередь подпишись на канал, если ты еще не подписан. И обязательно. Вот давай, сколько тысяч лайков нужно набрать? 38 тысяч. Слишком дофига, ты что, зажралась? 30 тысяч лайков, мы обещаем то, давай что... Давай 38. Я не знаю, докажите ей, мне вы ничего не должны доказывать.
Докажите, почему ты на серии со скотчем играете? Я говорю, все делает лишь не то, что надо. Не учится. Ставь лайкусик. 38 тысяч! И мы обещаем, то, что это слишком много, мать. И мы обещаем, то, что выпустим новую серию. В общем, хорошо, это мой дом, ну, который ты мне подарила. Не обращай внимания, что с ним произошло. Я сам как бы в шоке, но я его перестрою. Граффити все эти удалю, все это. Все будет хорошо, мать. А что с ним случилось? Сама не спрашивай, я сам не знаю. Сама не спрашивай. Не спрашивай. Перчик, здорово. Перчик? Перчик. В общем, Кать. Ой, там что-то видимое, что-то видимое. Вот. Ты помнишь то, что... Это что? Это мой дом, ну-ка, его изуродовали вандалы. Ты помнишь то, что в прошлой серии я тебе звонил? Не обращай внимания, здесь Стасик Бухалова. Ну, который со мной... Какая Стасик? Стасик? Стасик записывает со мной ролики, она любит, вот винишка. Я сам не знаю. Ты помнишь, я тебе звонил в предыдущей серии и говорил то, что мы с подписчиками строим дом? Мы тебе Точно? Его построили, мы построили. Можешь прямо сейчас развернуться и заценить. Давай. Заценить вот это кошерное королевство. Не в Майнкрафте развернуться. Готов, на счет три давай. Раз. Ну ладно, можно и на раз. Та-ра-та-да! Проходи. Это строил Костянчик-наркоманчик, Никич, хлебобублочные изделия, Мия и Стасик. Я одна здесь вижу лица на блоках. Ну ты не видишь там никакие лица. Заходи, это твой дом. В общем, заходи. Это первый этаж. Прости, а куда мне нужно зайти? Вот, вперед, да, туда. Где бутылки? Да, где бутылки, на бутылку. Ну, в смысле, сквозь бутылки, через бутылки. Внутрь зайди. Ну зайди ты уже! Куда? Вот. Смотри. Это первый этаж, это первый этаж. Это отопление, это горячая вода, чтобы мыться. Вот, посмотри наверх. Второй этаж. Вот здесь на втором этаже у нас кухня. На третьем этаже у нас спальная комната, а на первом этаже у нас место для развлечений. Это фиолетовый, это фиолетовый. Ты просила, чтобы было больше фиолетового цвета, вот фиолетовый цвет. Трехэтажный особняк, первый, второй, третий. Подожди! Чё? Ты охренел? Офигел? А чё? Это офигенный дом! Это не дом, это сарай какой-то. Вот видите! Вот и я этим дебилом горел, поэтому я потом этот дом взорвал. Это сарай! Потому что они построили какую-то... Они что, меня не любят? Или это пранк? И они, походу, тоже меня не любят, если построили вот такую вот фигню. Поэтому я их выгнал к чертовой бабушке, потому... Дайте выйти. Я их выгнал к чертовой бабушке и построил тебе сам дом. Дом находится за вот этой... Отопление, да. Дом находится за вот этой огромной розовой стеночкой. Вот, он вон там. Мне нужно сломать? Тебе нужно... Снеговик? Снеговик. Но типа, подожди. Сигаретку в руки. Мы ее выбросим, мы не курим. Для того, чтобы пройти к этой стенке и посмотреть на свой дом, тебе нужно перепрыгнуть через вот эту лавовую яму отопления. Ты помнишь, в предыдущем сезоне, в первой серии, я тебя учил перепрыгивать. Тебе нужно перепрыгнуть через эту яму, нажать на какой-то предмет, чтобы успеть через нее перелететь. Нужно с разбега прыгнуть. По-моему. Я не знаю, на стул, на... Нет, вроде не на стул, вроде на детскую вот эту... Это как бы все, да, но прыгнуть-то нужно в этой жизни. С разбега. Ну прыгнуть нужно, чтобы как можно дальше улететь. С ножницами? Да хоть не с ножницами, хоть без разницы. Разбег-то возьми, мать, разбег! Разбег нужно брать! Два раза на W нажимаешь и начинаешь быстро бежать. И правой кнопкой. Убери ты эти ножницы. Разбег. Да не надо далеко уходить. Тебе просто два раза на W нужно нажать. Да нажми ты два раза. Вот, побежал. И прыгай на кончике. Прыгай. Да прыгни ты на спейс прыгается, дуревод. Почему ты просто в лаву сигаешь? Да не нужно разбег такой огромный брать. Просто на спейс нажми. Два раза и на спейс. Опа, нажимай! Да взаимодействовать правой кнопкой, а не левой, Катя, к левой кнопкой ломать блоки! Ёп! Третий сезон, эта мать не знает, как до сих пор блоки ломать. Да, дай мне палец сейчас откушу. Просто разбежись, прыгни. Катя научилась прыгать, но завтра она уже опять забудет. В общем, Катя, иди внутрь. Это КПП, зайди внутрь, там тебя ждет сундук с предметом, который тебе нужно взять. Да внутрь зайди, там вот нажимай плита. Да. Зайди внутрь. Там что-то сейчас мне отправит. Да куда? Зайди внутрь. Вот, молодец. Ну-ка.
Я знала. Ну, ты знала, но все же я тебя затроллил, поэтому очень плохо ты как-то знала. Ну как ты, а что мне надо было сделать? А, не слушаться опять? Меня. Опять? Опять. 25. Два раза, пробел! Правая кнопка! Правая не левая, правая! Какая же правая? Я не знаю. Правая та, которая справа, а левая та... Ну, в том-то прикол, что ты, ну, басисик. Потому что нормальный, опытный майнкрафтер бы просто взял, прыгнул... Это, я это вырежу. Нормальный, опытный майнкрафтер просто бы взял, прыгнул бы сюда налево, здесь же блоки, по которым можно было пробежать, и все. А не прыгал бы через яму. До свидания. До свидания. Чтобы убрать эту стенку, нужно попасть в эти кнопочки. А чтобы попасть в эти кнопочки, нужно взять лук и стрелы. А чтобы взять лук и стрелы, нужно зайти в этот сундук. А чтобы зайти в этот сундук, нужно ввести правильный код. А правильный код — это первая серия нашего второго сезона Нубика. День и месяц. Быстро родила! День и месяц. Какой день и месяц? 18 ноября? Нет. 19 ноября? Нет. 20 ноября? Нет, 20 ниже, ноября. Ниже, ниже, обратно в другую сторону. 17 октября? Нет. 18 октября? Нет. 19 октября? Да какой к тебе ноября? Ноября. Ну да. 7 ноября. Нет. 6 ноября. Нет. 9. Дальше. 10. Дальше. Ноября. Дальше. 12, 13, дальше. 14. 14 угадала с первого раза. 14. 11. Лук. И стрелы. И теперь тебе нужно побыть немножко Робин Гудом. Просто берешь и просто стреляешь. Это я. Да, конечно, она все умеет. Ну, примерно как А как там нажимать? Надо нажать? Правую кнопку нужно нажать. Правую кнопку. Надо натянуть сначала тетиву. Слишком высоко, слишком высоко. Слишком высоко. И не в ту кнопку. Или в ту. Нет, чуть выше. Чуть выше. Выше чуть. Вот в эту? Да выше чуть просто в эту кнопку, да, вот туда. Выше, вот да. Опа. Ой. Эй. Да опять в отопление. Говорю, не в ту кнопку стреляешь. Нужно в другую было, Кать. Все заново давай. Ты... Опытный майнкрафтер. Опытный майнкрафтер. Опытный майнкрафтер. Как потушиться? Подуй. Че, дурак что ли? Да зачем ты опять в сундук заходишь? Зачем тебе в сундук? У тебя лук уже в инвентаре. Да. Выбирай кнопку, стреляй. Туда пойду. Давай туда иди. Никогда не научится, то, что ее в этой жизни будут троллить вечно просто. Она всегда попадается на мои ловушки. Ты понимаешь, то, что я могу тебя затроллить, ну чем угодно. Это так уже неинтересно. Ладно, сейчас опять обидится. Хорошо, я больше не буду тебя троллить. Я тебе сразу же покажу твой дом. Окей? Давай. Готово? Да. Розовый, фиолетовый, все как ты любишь, все вот честно, я сам потом построил этот дом после того, как вот те дебилы по писяке выгнали. Ну вот они дом построили, вот я дом построил. В общем, финальные испытания. Заходи внутрь, в дверь, прям пу, пиу. Пу. Наверное, надо что-нибудь взять. Не надо ничего. Не надо никакую дверь ломать, ты чё, читер? Просто дверь зайди, открой её. Как? Открой. Как? Открой. Как? Нужно нажать. Как? Куда? Право, вот, в дверь нужно нажать, что-то нажать, чтобы дверь открылась. Что-то где-то вокруг, что-то... Нет, это факел! Это факел. Сам это факел. На факел нужно, факел. Когда она в этой жизни научится, что ой. Правая кнопка открывает, левая. Правая кнопка открывает. Правой кнопкой на факел! Ты факел сломала. Берешь, ставишь факел правой кнопкой и факел... Вопрос. Майнкрафт не работает, поэтому мы пойдем другим путем. Ой, это что? Генерал-адмирал... Генерал-адмирал Майнкрафта. Что происходит? Генерал-адмирал Майнкрафта. Пройди, собери вот это. Собери. Это бомба. Какая? Собери. Я сейчас опять сдохну. Зачем ты меня слушаешься? Ну если ты знаешь, что это троллинг, зачем ты меня слушаешься? Предыдущий раз. Подожди, а что с домом-то? Что с домом?
А. Это не дом. Это дом, просто... Почему он плоский? Плоская ты, а дом нормальный. Вообще-то, с одной стороны... Я плоский? Ты... Не надо! Все, мы верим, Катя, не плоская, ничего нам показывать не надо. Мы... Это шутка, это просто шутка была. Никто не плоский. Все, ну... ну, вот. А чё дом-то плоский? А дом-то плоский, потому что как бы я построил только входную стену. А что будет в доме... Ёпперс, это я сам сейчас на меня наступил. А что будет в доме, ты потом сама будешь строить в следующей серии. Поэтому как бы я просто заготовку тебе такую поставил. Вы чё думали, то что, ну... Как всегда. Генерал-майор! Генерал-майор! Быстро встала! В прошлой серии мы Катю посвящали в рыцари Майнкрафта. Но это прошлый век. Я на тебя плюнул? Да. В этой серии мы будем делать кое-что другое. Рядовой нубик! В этой серии мы вас не будем посвящать в рыцари. В этой серии мы будем вас посвящать в рядовые Майнкрафта сержанта генерала-майора. Ваша задача — защищать жителей в деревнях, защищать Арцелота, защищать свиньек, защищать коровушек, защищать мирных граждан Майнкрафта, убивать скелетов, криперов и всяких потысяк. Этой волыной я и генерал-майор Майнкрафта посвящаем тебя в настоящих рядовых Майнкрафта. Ваша задача — нести добро, ваша задача — творить хорошие вещи, убивать паршивцев, негодяев и жопошников. Встаньте! Я, майор, главный лейтенант Майнкрафта Эдисон, посвящаю тебя в рядового сержанта Нубика Катеризу. А сейчас поцелуй мой ствол. Ну, Катя! Да в смысле ствол поцелуй? Ты просто... Катет! Совсем офигел, блин. Ну, в смысле, в прошлый раз ты целовала меч алмазный, в этот раз ствол нужно. Я не буду ничего целовать. Целуй. Нет. Целуй. Нет. Ну, просто хотя бы. Ну да, это было не обязательно, но все же. На этом моменте мы закончим эту серию с Катерицей. Катя! Могу с уверенностью заявить, уже на 10, целых 10% профессионал. И всего лишь на 90% нубик. Скоро, Катя. Еще сезонов 100, и ты уже будешь профессионалом на 100%. Что 100, наверное, целых тысячу. 38 тысяч лайков. Ну это реально много. Ты думаешь, мы справимся? Ну посмотрим, я не знаю, посмотрим, хотите ли вы. Посмотрим. Чисто челлендж. А, да, вот. Всё, ставь мне на паре пора. Катя, пора на учебу. Я тебе говорю огромное спасибо. Ставь лайкусик, подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые серии наши. Ты похож на этого, на. Дебила. Ставь лайк, всем удачи и всем пока. Все, беги на учебу.